Как весело начинаются каникулы студентов Саратовского государственного университета. Они едут в ведомственный лагерь. Там открылся 58-й чердымский сезон. От Чердыма мы в восторге, мы уже ездим третий год на открытие и закрытие. То есть организуют полностью досуг студентов, молодежи, преподавателей. Нам очень здесь нравится. Режим отличный, кормят шикарно. Выступления, артисты, которых приглашают Саратовский государственный университет, просто чудесно. Каждая смена в лагере особенная. Как правило, 20 дней отдают профессиональным спортсменам. В Чердыме созданы тренировочные базы для занятий баскетболом, волейболом, футболом и теннисом. Сейчас в лагере открылась лидерская смена. В студентах с помощью тренингов, деловых игр стараются воспитать лидерские качества. Основная задача, чтобы ребята после того, как отдохнули в лагере, поучаствовали вот в различных проектах, деловых играх, тренингах, смогли все это привнести на свои факультеты, свои студенческие группы, для того, чтобы жизнь в студенческой группе стала ярче. Чердым – это маленькая страна. Тут и газету выпускают. Назвали ее «Сгущенка остров». Над ней работают студенты Института филологии и журналистики. Работы достаточно много, интересно общаться с людьми, с студентами. Очень яркие личности приехали на эту смену. Возродили в университете и стройотряд. В Чердыме студенты могут не только отдохнуть, но и заработать. Екатерина Савина, Александр Королев. Новости, Телеобъектив.